И все-таки она вертится. Посетители областной научной библиотеки теперь наглядно могут убедиться в том, что планета вращается вокруг своей оси. В холле установили маятник Фуко. Период колебания 28-килограммового шара составляет приблизительно 10 секунд. Тяжелая сфера на тонком канате – так выглядит маятник, который придумал французский физик Жан Фуко для демонстрации суточного вращения Земли. Гиря совершает колебания вперед-назад и постепенно отклоняется против часовой стрелки, обозначая движение планеты вокруг своей оси. Для того, чтобы продемонстрировать эту особенность, авторы мурманского устройства установили небольшую оранжевую вешку. Через 5 минут работы гиря перевернула пластиковый цилиндр. Идея установить маятник Фуко в Мурманской областной научной библиотеке родилась у коллектива Музея занимательных наук. Устройством они гордятся и не напрасно, ведь оно самое большое за полярным кругом. Его высота 21 метр, а вес грузика 28 килограммов. Сделали утяжелитель из атлетической гири. Большую часть времени маятник будет находиться в покое и служить декоративным элементом. Однако для посетителей музея его будут запускать. Конечно же, это в первую очередь демонстрационное, такое, можно сказать, большое учебное пособие. То есть он интересен в первую очередь своими габаритами. Вот музей занимательных наук много экспонатов, но мы знаем, что большие экспонаты привлекают внимание в первую очередь, они впечатляют. В данном случае нигде вы в жизненной ситуации не увидите маятник, который колеблется с периодом колебания в 10 секунд.